Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики, зрители канала. Продолжаем двигать великое творение всех времен и народов. Resident Evil 2. Ремейк. Продолжаем, друзья. Так. У нас какие-то шахматные фигурки, да? Но не все. То есть, вообще, кстати говоря, наверное, их и не надо было оттуда снимать. Я снял зачем-то мне. Потом-то, если мы найдем остальные, да, надо туда будет установить. Ну, давайте, наверное, начнем потихонечку дальше разруливать сие творение, потому как мы давно уже не садились. И наведем шороху, да. Смотрите, я взял этот ствол, да, как он там называется? Мощный, самый мощный, который 50-й калибр, блин. Да, давайте их, наверное, пока уберем, раз они... Мы не нашли недостающие, пока они нам не нужны. Так, у нас патроны, да? Не так много, кстати говоря. 4 на дробь, 24 этих. И на мощный. Мощный, вообще-то, я хотел только на боссов оставлять. 4, видите, на дробовик у нас, если что там отстреляться. И этот, да, ствол коротыш. Улучшенные там у меня. Кстати, знаете, что мы забыли, блин? А я не переиграл, вы не сообщили. Или сообщили, да я не увидел. На дробовик надо было взять этот, блин, ствол дополнительный. То есть мы уже сейчас его не возьмем. Понимаете, да? Там в начале, когда мы только... кстати, вот карта канализации мы еще не забрали. Вот этот ствол я уже не получу. Ну, может быть, тут как-то в игре сделано, что дадут нам его еще. Будет возможность, но не знаю. То есть удлинитель, да, удлиняющий ствол мы приблуду не взяли. И поэтому не судьба нам, да, придется с коротышом двигаться. Видите, вот эти фигурки будем искать дополнительно. И вот здесь написана загадка. Определенно ладья и конь на одной стене, а слон и ферзь не рядом друг с другом. Еще ферзь и ладья были друг напротив друга. Но соберем комплект весь, будем разруливать. В принципе, я думаю, все понятно, да, как, куда там. Какая фигурка. Вот, да, у нас их всего 6 получается, надо найти. То есть, сколько у нас есть? 3, да, у нас есть, еще 3 надо будет найти. Ну, погнали, мои дорогие, Resident Evil 2 ремейк, обитель зла творит чудеса. Супер игра, мне тоже нравится, все, давно уже мы... Так, вот мы карту, кстати, не взяли. Давно мы не играли, поэтому сейчас будем освежать все это в памяти, вспоминать, ну, как обычно. Так. Куда идти? Я, кстати говоря, обратили внимание, карты вообще практически в редких исключениях пользуюсь. Мы сами все разруливаем, спокойно ходим, и вполне себе, да. Там, если на крайний случай на другую локацию переходишь, всегда посмотрел, что забыл, вернулся, забрал. Тут благо отображается все на карте. А так практически не заглядываю, и так все помню. Да, красиво работаем. Так, ну что, мои дорогие, погнали, да? То есть отсюда мы пришли. Так, это ничего не активно. И, видимо, надо дальше двигаться. Спасаем, вообще мы спасаем ФБР, ЦРУшницу, да? Какая-то ЦРУшница нарисовалась, блин, на стоянке. Вот надо помочь. Она где-то там в западню попала, да? Где-то в мусоросжигательном, по-моему, да, она находится. Так, ну что, погнали? Ребят, погнали, да? Классная игра, кстати. Мне так даже в кайф играть. Смотрите, как я будем смаковать вот так все медленно. Я люблю. Вот и почему, я много раз говорил, вот многие там, давай побольше того, того, другого. Понимаете? Много раз говорил, да, то, что заедает вот это все. Поэтому такое разнообразие игр на канале. Мне самому в кайф играть, соответственно, и вам будет лучше смотреть, когда человек играет с удовольствием. Согласитесь. Поэтому много игр на канале проходим. То есть мы 2 недели не садились, да? Вот сейчас я сел, мне аж прям такой, как бы, типа, можно сказать, адреналинчик. Что там дальше? Интересно, знаете, какой-то интерес появился. Ну, то есть с интересом сажусь, сейчас играю. То есть в этом имеет... Вся эта бодяга, которую я устроил по поводу игр, много игр, имеет смысл. По крайней мере, для меня. Блин. В одно и то же играть, это, знаете... Я засыпать потом начинаю, если бы мы только сталкер один гоняли, допустим, или какую-то игру, да, вот как там это. Поэтому, когда разнообразие, это наоборот вдохновляет на дальнейшие подвиги. Так, что надо сделать? Рычаг, да, опустить. Кстати говоря, у нас фигурка там где-то была.
Одна-то была, может... А, вот, по-моему, вот этот мы опустили, сейчас мы ее заберем. Помните фигурка, которая тоже поднимала мост? Я ее забрал, но пройти я не смог, я ее обратно верну. Вот, наверное, ее надо забрать в первую очередь. Так, ну что, у нас как бы все по харду. Уровень этого, да, режима хардкор мощный самый. Кстати говоря, после прохождения игры тут добавляется уровень безумие. Ну или как-то так он называется, там вообще жопа полная. Ну пока на хардкоре, там больше не поставишь. То есть безумие ты, наверное, можно ставить только после прохождения, когда пройдем. Но этого вполне достаточно для первого раза прохождения, согласитесь, я ничего не знаю. И поэтому хардкор тебе вполне. Ну и, соответственно, с модификацией стоит, да, хедшотик стоит, мод, и, соответственно, стоит там на МПшный. МП5 поменял я, ну, когда найдем, посмотрим, там новый и вид ствола, по-моему, ну, и шмаляет он по-другому саунд сам. Там разных много модов, ну, знаете, в основном какое-то говно одно, там, блин, обнажающих модов, там, знаете, блять. Ну, детский сад, в общем и целом, давайте вот этого уговорим, он, я чувствую, он встанет, блин, сразу в башню. То есть детские моды такие не очень мне понравились. Вот самые на оружейные, да, там есть, ну, кривые в основном. Калаш мне не понравился мод. Так, вот он, сейфик у нас, да, будем искать код. На калаш, на АК мод. Не понравился мне добавляющий приклад, там другой совсем цвет, делающий дробовика. Тоже там с текстурами проблема у него. То есть не настолько они корректные, все эти модификации, поэтому, мои дорогие, я, наверное, воздержусь. Все, ставить там еще дополнительно. Вот эти два поставили, посмотрим. Пока вроде хедшотик работает. Потом МПшный тоже посмотрим. Так, ну что, надо сейф. У нас сейф какой-то, что там интересно, да? Будем искать код. Ну и, соответственно, дальше разруливаем. Давайте дальше вон туда прогуляемся, посмотрим, что там, да? Так, сейчас мы первым делом, знаете, что сделаем? Отнесем эту траву, блин. Этой травы синей дается немерено. Она от отравления вроде как поддерживает, да? Когда у него отравится. Но у меня такого не было еще. Ну, кстати говоря, мы если будем по канализации двигаться, вполне возможно. Вот это уберем, да, пока. Видите, сколько синей травы. Нам надо красное, зеленое, чтобы совмещать. Блин. То есть, конечно, да, вот эта бодяга нездоровая с этой травой. Он как-то подрегулировал, возможно, это в связи с тем, что я мод установил. Смотрите, в основном только синее нам дается мне. Он там типа, я подправил не только, чтобы уравновесить хедшот мод, ну, не так просто тебе было. Он еще убрал как бы минимум у тебя боезапаса и всего хабара ты снимаешь. Да, всех вот этих вот травы там, патроны. Так, чтобы уравновесить хедшот. Вы поняли, да, он там подробно описывает. А то так будет слишком просто, когда тебе все дается, да, ты и патронов много, у тебя еще и хедшот. Поэтому он, чтобы уравновесить, срезал весь хабарок, прибыток, да, соответственно, меньше патронов, меньше всего. И тем самым, типа, как уравнял шансы. Ну, типа, не так просто, и баланс баланса. Поэтому, ну, блядь, он так уравнял, что мне одна синяя трава попадается, блядь. Не знаю, она нужна, но может там... А, вот красная. О, кстати, можно совместить. Давайте, наверное, совместим сразу, да? Это будет... Красное что дает? Я, кстати говоря, не помню, что дает красное мне. Красное, по-моему, выносливость, да? Ух ты, ёпта, смотри сюда. Приспособление, вот это нам и надо. Помню я. Где-то там в глубине канализации есть отверстие, куда мы сможем... Двери, да, вот эти вот разные, там хабара, наверное, дополнительных каких-то вещей мы снимем, да. Т-образная рукоятка вентиля. А, кстати, ёптать, так мы сможем открыть с вами этот. Там, где, как его, Джек, да, мусор, который в зомбика превратился, ну, в музей обратно вернуться. Кстати, о птичках, мои дорогие. То есть надо, наверное, туда вернуться, сразу открыть, блин. Да? Как вы думаете? Мы по любасу сможем там проникнуть дальше. Для посадки фуникулёр требуется ID-браслет. А, ну нам сюда рано еще. Ну, первым делом, наверное, я предлагаю вначале открыть там, где в канализации двери мы находили. А потом уже побежим.
откроем туда музей, там, значит, в музее что-то будет еще раз, да, расклад есть какой-то там, мы не все сняли. Ну, хотя, с другой стороны, возможно, это дается для тех, кто, если что, забыл, побежал, забрал, да, те же патроны, но я, по-моему, все зачистил тщательным образом, все этажи музея, да, мы, по-моему, ничего не пропустил я. Поэтому, ну, открыть можно будет, да, так, чтобы на всякий случай, там, если возвращаться будем. Так, а это куда дверь? Так, 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 это куда-то дальше мы будем сейчас, да? Ага, вот, проход вниз, ребят, смотрите, это уже куда-то дальше идем, да? Давайте, наверное, начнем, пожалуй. Так, там зомбик, да? Ага, чудачок в жилетике. Ну, у нас супермод, так, ну-ка, дай-ка. Вот так вот, красава. Ну, это, кстати, оправданный мод, согласитесь. Реальный мод, еще раз говорю, минимум патронов, там все урезается, дабы баланс. Вообще, это молодец, что мы так сделали, я считаю. Потому что это не судьба, блядь. В оригинале долбить с дробовика в упор ему в башню, там, крошить ее, блядь. И убить ты не можешь зомбированного. Ну, как-то это смотрится убого. Этот мод, кстати, по сути все сделано. Ну, кстати, у него и одобрение много там. Ну-ка, так, тихо. Только я, правда, не очень хорошо прицеливаюсь с геймпада, мне. Так, но все равно, да, смотрите, как мы красиво настроили игру. Да, совсем другие тона, чем в оригинале. У нас стоит этот, блин. И, соответственно, все как-то у нас очень смотрится эффектно, да. Короче, оригинал немного там зеленоватый оттенок, немного по-другому смотрится. Если хотите, можете проверить. У нас, ну, то есть покрашенная игра даже иначе. Тона сам такой более. Ну, то есть я вам объяснял. Чтобы к этому не возвращаться. Так, вот, смотрите. Смесь из двух разных трав полностью восстанавливает запас здоровья. Классно, классно. Ну, теперь держитесь, твари. Нам надо патрончик аккуратно использовать. Так, вот, смотрите, туда проходит какой-то канает. Вот еще бедолага. Надо, наверное, башню ему стрельнуть разок, чтобы не получилось у нас с вами. Да, давайте на всякий случай. Ну-ка, сейчас что-нибудь возьму, и этот бармалей проснется не вовремя. Лучше его сразу угомонить, блин. А с другой стороны, когда, если они есть, они сразу все встают. Но перестрахуемся, не страшно. А вот, смотрите, да, какой-то то ли проход, то ли канализация опускается, винтовая, да, смотрите. Туда только попасть, я не знаю, как. А вот проход, да, у нас. Куда идти, куда пойдем, не знаю. Там вон еще что-то есть, да. Справа вон там что-то надо нам активировать. А, ну это в канализацию, ага, ясно. Это у нас, смотрите, канализация и проход. Похоже, открываем решетку, да? Да, вот решетку поднимаем, да, скорее всего. Давайте сразу поднимем, но, наверное, пойдем в другую сторону. Пусть все откроемся. Нам, кстати, тут и надо будет двигаться. Там я двери-то помню, раз мы вентиль этот Т-образный нашли, надо будет открывать. Смотрите, да, классная, кстати, игра прорисована. Офигенно, какой это же ремейк, да? Достойно сделали разработчики и покрасили, и качество текстурки, блин. Ну, у нас выкручено, да, у нас все на максималках, 120, блядь, качество изображения или 150, да. Потом у нас, ну, все, мы, что могли, накрутили, блин. Поэтому, конечно, смотрится изумительно, да. Еще покрасили так, ну, то есть, я вам говорил, да. И изначально оригинал, кто будет играть у вас по-другому будет. Я имею в виду освещение само, вот эти тона, цвета, картинки самой. Совсем по-другому будет в оригинале. Там больше такой зеленоватый какой-то оттенок. Вот я его как раз таки и убрал с помощью решейда. И смотрится вообще как в кино, смотрите, да, картинка настроена. Как в кино, блядь, такой кинематографичный эффект, уже много раз говорил. Так, смотрите, ребят, куда мы спустились. Ёптать. В какую-то клаку спустились, а там он, смотри, блин. Зомбированный, вон еще один. Какая-то отстойник, да, реально отстойник. Мусоросжигательный мы куда-то, да, в прошлой серии. И здесь канализация, тут, наверное, воняет, мама не горюй. И плюс, наверное, какая-нибудь тварь зародилась, мутировала, да.
по всей канализации свои споры вот эти, или как они называются, споры там, блядь, ну, то есть, поняли, да, распространила, блядь, свое, мутировала таким образом, что ткань вот этой по всей этой, да, канализации, наверное, тут дышать опасно. Можно таким же мутантом стать. Как ты вообще ходишь здесь, да? Заразиться этим вирусом, бля. Так, слушай, смотрите, сохранился, да? Вентиль сохранился, значит. У нас, да, там несколько дверей, когда вентиль, ну, то есть предметы мы это, значит, он, галочка, да, мы можем выкинуть. Ну, я так для себя вспоминаю. Ну, то есть, когда он уже не нужен, мы поймем, да? То, что он не нужен, предмет, и можно от него освободиться, выкинуть там. Так, ух ты, ёпэрэсэте, куда это мы спустились? Слушай, я не хочу сюда идти. Может, по канализации прогуляемся? Смотрите, тут явно какая-то тварь обосновалась, блядь. Видите, да? Жопа какая. Тут однозначно тварь мутированная, блядь. Тут, может быть, еще рано нам сюда идти. Глянь сюда, блядь. Она дышит, ткань, смотри, дышит, блядь. Видите, да? Она дышит, если я сейчас туда спущусь, наверное, все это активируется. Активируется, и мне не поздоровится. Надо, наверное, валить отсюда в другой проход, блин. Наверное, по канализации погуляем вначале. Кстати, в канализации там тварь, которую я не убрал, помните, в прошлой серии. Ее, наверное, придется уничтожать рано или поздно. Видите, да, вот эти два зомбированных однозначно встанут. Ну-ка, дай-ка я его сразу в голову уберу. Если нам сейчас туда спуститься. Слушай, я прицелиться не могу. Как-то криво мне. То есть, видите, я подхожу, а прицелиться не могу. Ну, значит, его нельзя, да, отстрелять. Так заскриптовано мне. Видите, да, нажимая вроде на триггер, блин. На это, да. Левый триггер у меня прицел, правый огонь. И он как бы вот только с этого расстояния прицелится, но как только я приближаюсь, он опускает. Странно. Потому что мне кажется, они сейчас все подымутся, эти твари, если мы туда спустимся. А может, отсюда я смогу? Давайте отсюда попробуем прицелиться. Вот, видите, вроде получилось. Ага, все равно опускает. Это не я опускаю, это как бы игра автоматом опускает. Так, ну-ка тихо, это что такое? Ух ты, ключ, ёптать, вот это бомба, мне какой-то ключ нашли. Интересный ключ. Так, что за ключ изучен, да? Где он есть у нас? Вот он ключ. Ага, от канализации, сюжетный предмет. Ага, вот, смотрите, шахматные фигурки, блин. То есть конь, да? У нас там какие фигурки? А, кстати, надо было посмотреть, какие там фигурки у нас изначально были. Ну, в принципе, я думаю, да, когда найдем, там же тоже надо правильно все будет устанавливать. Так, ну чё, вот этот бедолага, я не могу ему в башню стрельнуть. Видите, да, он, блядь, как бы не может нацелиться. Игра, вот так вот я могу? Вот, и он опускает, а стрельнуть не могу. Почему? Странно, что за несостыковка. Видишь, да, поднимает, и игра автоматом опускает. Значит, у него, наверное, не подымется он, да? Значит, он не подымется. Ну, тоже вот эта вот, блядь, мелочевка иной раз выбивает из атмосферы, из колеи, да? Вот эти все скриптованные вещи, да, это во многих играх. Помните, я вам рассказывал, полностью ломает весь эффект этот присутствия, когда ты не можешь сделать там элементарные вещи какие-то, которые напрашиваются, да? Ну, то есть, тут проблем нет, чтобы он целился и стрелял в него. Нет, они заскриптовали так, что я не могу, блядь, в него стрельнуть, потому что он, видите, там какой-то... Не это, да, сейчас в него нельзя стрелять. Ой, блядь, уже на 21 век, давайте вот эти все вещи пора убирать, дабы человек вообще в погружении полностью находился в игре, соучастие, сопричастие, так словно там. О, а, ну вот, видите, да, он заскриптованный вот этой тварью был, поэтому не судьба была в него стрелять. Так, валим отсюда, она по воде двигается. Видели, да, изнутри там вылезла какой-то параша какая-то, блядь, червяк какой-то вылез, как в чужом. То есть, вот эти вещи уже давно пора убирать, блин. Это еще 10 лет назад актуально было сейчас. Ну, в принципе, игра-то, да, старая. Это просто ремейк, остальное-то они не меняли, только подкрасили и текстуры изменили. Так-то все то же самое. Поэтому, конечно, может быть, я несправедливо наседаю, блин. Так, ну что, где эта тварь? Она, кстати, под водой плавает, да, этот червяк?
тоже атакует, мерзкая. Кстати, тварь, да? Так, вот, трава, сука. Вот эта тварь, которую я не уничтожил, да? Клешастый мутант, да? Который там выпускает их. Его придется, я чувствую, убирать. Так-то мы на халяву пробежали в прошлой серии. Мимо него, да? Мне думается, что все равно с ним придется воевать. Да? Так, а вот, смотрите, какой-то подъем. А, нам, скорее всего, вот сюда надо, да? Так, слушай, я не знаю, сюда вообще надо идти? Наверное, сюда рано, блин. Может, пойдем по канализации погуляем? Там у меня надо открыть вентилем пару дверей. По-моему, дверей мы видели. О, боже, все хуже и хуже. Что такое? Что это за вирус такой, блин? Какого, блин, я здесь оказался, а? Смотри, да, действительно, тут вирус поразил, блин. Весь город, а? Все откуда-то. Так, вот, да, удерживайте. Но я вниз, наверное, спускаться не буду, мои дорогие, иначе я уже не подымусь. Мне кажется, обратно мы уже не вернемся, поэтому предлагаю вернуться и прогуляться по канализации. Вначале там все осмотрим, потом сюда вернемся. Погнали. Мне думается, что тут какая-то жопа, видели, да, там, блядь, однозначно тварь мощная нарисуется. Так. Поднимаемся, наверное, пойдем в канализацию, да, прогуляться. А, ну у нас можно еще там наверху пройтись. Дверь была, да, наверху, которая дверь. То есть можно... У нас три варианта, да, с вами. А вот, смотрите, какой-то. А, ну тут я не смогу. А, с этой стороны я не смогу, а с той смогу открыть проход. Да. Смотрите эти, да, мотыльки, как в этом резиденте. Слушайте, а там же, по-моему, скоро восьмой уже выходит, да, резидент. Ну, как скоро? Ну, в этом году однозначно, да, восьмой резидент должен нарисоваться. Что-то вы мне писали, что не очень. Ну, так рано судить, как вы так судите, что очень, не очень, блядь. Это еще рановато судить. Давайте пусть он выйдет и посмотрим, блядь. Как так можно судить. Там по тизерам особо тоже не судьба, блядь, как бы рассуждать. Надо подождать хотя бы какой-нибудь геймплейный, чтобы ролик вышел, да, ну, допустим, там, какой-то, или самому поиграть, чтобы выводы сделать правильные. Так, хорошо, ладно, давайте, пока я сюда не хочу идти, там такой страшный красный свет, и все, тут воняет, тут все в этой параше, поэтому тут не судьба нам двигаться, давайте немного там погуляем, у нас еще есть где погулять. А потом уже сюда вернемся, блин. Погнали, ребят. Вот здесь, вот с той стороны у нас канализацию можно спуститься, да? А можно и наверху там у нас, кстати говоря, еще проход. Ну, наверное, в канализацию, да, ныряем. Так, ну тут вот тварь однозначно придется гасить тут. Которую я пробежал в прошлый раз в этой канализации, блин. Так, смотрим внимательно, патроны ищем, вот. Ух ты, граната, классно. Да, то есть надо все собирать у нас минимально. То есть гранату нашли. Да, там это мутанта придется мне, наверное... А, вот так вот, да, мы берем гранату. Вспоминаем, просто я уже забыл. Давно не садились, да, вот так вот, если что, на там гранату. Ну, он автоматом, в принципе, если там тварь схватит, я помню, он автоматом. Успевай только нажимать на клавишу, да, он автоматом все делает. Можно и так, конечно, кидать, но я думаю, лучше оставлять эту гранату, когда на контратаке, да, взаимодействовать, если тебя тварь уже схватила. Так, слушай, а это не то ли место, где эта тварь? По-моему, это как раз таки мы сюда и пришли. Да, вот два прохода, я помню. Ага, вон она. Вот так вот, ребят. А нам туда и надо. У меня же там вентиль, блядь. Придется гасить эту гадость. Видите, да? Но ее надо куда-то... Опять же, эти мутанты все гасятся не так однозначно, как хотелось бы. Блядь. Мы поняли уже по рукастому этому товарищу, что надо в глаз куда-то им долбить. Ну, то есть... в определенное место, да, чтобы загасить какую-либо тварь.
Так что, ух ты, ёпта, еще одна. Ребят, там еще одна гадость. Так, уходим отсюда. Там еще одна гадость нарисовалась. Сюда ныряем. Видели, да, с другой стороны еще одна появилась. Они как-то в этих выпускают свои вот эти вот. Вот они, стрис-три, вот они. Вот она, эта мерзость, блядь. А вот как с ней, мне патронов не хватит. Я еще косой, блядь. Пока прицелишься нормально, попробуй попади, да, в эту тварь. Надо как-то таким образом ее убрать, чтобы мне не воевать вот с этой мелочью, блядь. Только патроны потрачу. Так, давайте. А мне туда и надо, мне там вентиль использовать. Придется гасить эту тварь. Да? Хочешь, не хочешь, а придется отстреливать ее. Так, с этой стороны тоже тварь, да? Вот куда ей гасить, непонятно. Может, в эту щупальцу, да? Вот это что такое торчит? То есть так бесполезно стрелять, я уже понял, это не та игра. Надо конкретно куда-то ей долбить, попадать, чтобы ее убрать. А, вот. Вот, стрис. А, ну вот, наверное, сюда и надо. Вот она выпускает своих червяков. Уходим обратно, ребят. Так, все. Вот сюда прыгаем. Вот, видимо, когда она расщеперивает свое лоно, блин, лоно, да? Свое лоно расщеперивает, оттуда вырезают черви-паразиты. В то время, как... в тот момент, когда она его раскрывает, да? Свое гнездо, туда надо засандаливать, засаживать, мама, не горюй, что так, вот она, эта гидра, мать ее. Ныряем сюда, блин. Отсюда будем долбить. А может, гробовика взять, блин. Давайте, ну, так. Туда, куда? Вон, видели, да? Вот туда надо попадать, скорее всего. Так, ну она прячется. Как я так попаду, блин? Видишь, она прячется, я не успею. Она, то есть, отсюда не получится мне убить. Это надо будет с ней воевать прямо здесь, да, в канализации. Давайте с дробовика попробуем. Так, ну-ка. Ух ты, ёпта. Вот она. Долбим сюда. Так, что? Вот сюда. Раз. Так, тихо-тихо. Два. Вот в этот, да? Так, все, попал, уходим. Уходим, уходим. Там не знаю, как-то убого я попал. На самом деле, понял, ничего не слышал. Так. Она все равно прячется. Куда стрелять, я не знаю. То есть ее так бесполезно долбить, да? Надо конкретно по цели стрелять. Ух ты. Так, ну давай, сюда. Сюда. Вот сюда, наверное, да, в этот ход. Давай. А, во-во-во-во-во, что-то раздолбил, сука. Блин, ёпта, она паркнула. Да, ебись, это что такое? А это черви, по-моему. Блин, я отравление. А, вот он, вот он. Вот, 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 вот сюда. О, отлично, отлично, отлично. Вот глаз, глаз, отлично. Супер. Класс, я ей глаз отстрелил. Видели? Ну, слава богу. То есть вначале в хобот долбишь, да, потом глаз у нее нарисуется. Так, ну что, у меня отравление я получил. А, отравление как раз таки синяя трава у нас в этом случае. Тогда возвращаемся. Вот для чего нам эту синюю траву нарисовали в таком количестве. Да, возвращаемся, ребят, будем. Так, нужно вывести токсин, да-да-да. Сейчас все сделаем. А, кстати, можно 3 из 3 сделать, да? Сколько там? Красное, зеленое, еще туда синюю накинуть. Да? Совместить, объединить. У нас 2 только. Красное, зеленое, 3. Сейчас сделаем. Смотрите, как она отравилась. Вот так вот их надо гасить, этих тварей. Это меня червяки покусали. То есть вначале долбишь в хобот, да, из которого вылазят паразиты, а потом конкретно уже в глаз ей. Так. Вот, классно. Да, синяя. 2 синих берем, одну совмещаем, одной лечимся. А, у меня и зеленая еще есть. Ух ты. Давайте-ка с зеленой, да. У нас будет 2 лекарства. Вот, да, синяя смесь 2 разных. А вот этой можно подлечиться.
Вот, подлечи. Убрали, то есть отравление, но здоровье все равно мне хворает, да. А для здоровья можно как раз-таки использовать смесь красную-зеленую. Или даже синюю, да. Не, вот это вот восстанавливает полностью. Вот, отлично. Вот это лучше. А то оставим. Там у нас синяя-зеленая. Нормально. Так, ну, не знаю, что мы делаем далее. Вот так вот сделаем. То есть у нас патроны закончились, а вот этот вот патрон у нас есть. 9 еще, да? И 0 патронов. Синюю траву, если взять нам, да, ну. Сохраниться. Давайте, наверное, сохранимся, раз мы эту тварь загасили, блин. Вот у нас 9 патронов только осталось. Блин. Всю дробь произвели. А как я буду бодаться вообще с теми тварями, которые там у нас, блин? Если там сколько тварей, блин? Да? Ну, там вот, где воняет, блин. Где, ну, поняли, да? Куда мы вначале зашли. Там-то их вообще немедленно. Так сохраняемся. Как мы их будем бодать, а, ребят? Если у меня патронов нет, придется громовой ястреб брать, блин. Так, отлично, отлично. Все, погнали, да, обратно возвращаемся, там, где мы убрали, идем, там можно вентиль использовать. То есть обратно возвращаемся, там мы сможем использовать вентиль. Ну, классно, да, вот так вот играть спокойно. Видите, я не бегаю по играм. Вот так вот двигаемся по атмосфере. Аккуратно так дышим, да? Классно. Вот так вот мы спустимся сейчас вниз, откроем вентиль, используем вентиль, и там тайная дверь у нас, где я тварь загасил, да? Помните ту дверь? Там не одна, по-моему, дверь у нас. Видишь, 2 недели не играл или 3, я все помню, блин. Так что, мои дорогие... Да? Мы-то уже давно не играли. Когда мне игра нравится, я все помню хорошо. Так, ну-ка, ну-ка, тихо. Что там можно снять? Ух ты, нож. А, ну это я в прошлый раз ей засандалил, да? Когда мы... В прошлой серии, да. Я же нож ей вонзил, а мы не забрали. Видишь, теперь можно забрать нож. Мы нож ей загнал и пробежали мимо, да? Вот, можно менять, кстати, да, вот это вот менять. Нож, граната, световая граната. А можно и так ножом взаимодействовать. Ну так, конечно, это не очень. В основном только на контратаке, да. Это не та игра, чтобы взаимодействовать самостоятельно. Только на контратаке ты можешь использовать, да. Актуально, я имею в виду, самое актуальное на контратаке. Так, ну чё к чему? А, блин, там еще вот эта тварь же, да, ее придется как-то загасить. Блин, ну, конечно, это не судьба. Там у меня, по-моему, дверь, да? У меня 9 патронов осталось. Ну, я имею в виду, та дверь. Здесь где-то дверь с вентилем можно открыть. И там, по-моему. Так, внимательно смотрим. Может, я патроны найду, ребят. Мы в прошлый раз не очень-то с вами аккуратно смотрели. Видите, да, вот здесь вот я упал. И там точно, и там... И там я все хорошо не осмотрел. Когда мы сюда скатились, я что-то как-то сделал неправильно. Вперед просто, да, двинулся. И он скатился вниз, а там я внимательно не осмотрел. Туда, наверное, вернуться можно. Там, может, я патроны смогу найти. Вот она, дверь, смотрите, вот эта вот дверь-то надо открыть. Куда она ведет? Так, открываем. Т-образная, да? Наверное, шахматные фигурки, что надо искать. Можем по направлению, да. Так, и что бы это значило? Еще какая-то клоака мне. Ну, наверное, важное помещение. Давайте внимательно, блин.
Ага, во, отлично, что-то на дробь. Ну, классно, хотя бы на дробь. Хотя бы на дробовичок, правда, 3 патрона всего, да? Видите, вообще минимальное количество дается, блин. Так, 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 так. Все, по-моему, да? А, вот лифт какой-то, да? Смотри, ребят, куда он ведет? Что, спустимся? Так, проверим, да, куда он идет, этот лифт. Так, наверх. Ух ты, смотри, куда я попал, а. Классно. Надо в голову. Опа! По-любому встанет. Лучше перестраховаться, блин. Так, какая-то мастерская, ребят, смотрите. Какая-то мастерская тут, да? Слесарная, эти, да, токари, слесари, блин. Ну, станок, да, у нас по обделке деталей, блин. Это у нас кто может быть? Какой-то слесарь тут местный по канализации орудовал, блядь. Слесарь-токарь там, я не знаю. 10, да? 10, нормально, перезарядка. У нас 15, вот, наверное... Мы сможем забодать ту тварь, блин. Так, а это что такое? Ух ты, пленка, ребят, смотри, какой на разрыв мозг. Вот теперь нам надо возвращаться туда, обратно в этот, в офис, блядь. Не в офис там, где, поняли, да? Так, пленка, тайное убежище. Сюжетный предмет, катушка с непроявленной пленкой, на ней написано «Тайное убежище». Супер! Мои дорогие, нам надо возвращаться с вами туда, где мы сможем открыть с помощью Т-образного, блин. Да, в самое начало, там, где у нас библиотека. Ну, не библиотека, я имею в виду. Офис, какой-то офис шерифа там, да, где мы спускались вниз. Блин. И там книжное отделение, книжные полки, стол такой из красного дерева красивый. Вот туда надо возвращаться. И задействовать там вот это вот приспособление. И найти, то есть туда возвращаться, да? К этому. Где мы сможем проявить пленку. И смотрим, что это. Так, а кстати говоря, я, наверное, тут и смогу пройти. А, вот это эта дверь. Все, понял. А, вот, смотрите, ребят, куда мы пришли. Супер, мне. Ну, вообще, куда надо пришли? Я же сюда и хотел. Вот она, фигурка. Берем. А, вот так, тихо. Бармалей. Так, тихо, блядь, а, да что ж ты, парень, такая, видишь, пока нацелишься. Тут, кстати, не так-то удобно целиться. Мне как-то с геймпадом не очень, блядь. Так, видали, да? То есть туда, куда нужно, пришли, я смогу эту фигурку. Тут ладья, по-моему, была, я помню, ладья, да? Ладья же. То есть нам туда, а, там вон дверь, блядь. Давайте пока возьмем, да? Нам туда не надо. Все, потом туда посмотрим, что к чему. А, не, нам туда надо, там дверь у нас, да? Там дверь. Вот он, ключ, да, то есть... Ну, ладно, сейчас все сделаем. Давайте вначале здесь посмотрим. Нам, кстати, надо вообще-то бежать туда, чтобы проявить пленку, да, вообще в самое начало, блин. Так, 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 так. Что здесь у вас интересного? Ага. Вот оно что. Смотри, какой расклад. Вот это что такое? Как это понимать, блин? А? Листовка джазового фестиваля, блин. Классно, классно. S, Z и F, да? S, Z и F. Да. А, слушай, так это же расклад у нас по замочку, да, там, где у меня. Ну, классно, что тут сказать. Смотрите, S, Z, да, и F. Это, скорее всего, 3 буквы, там, и тот, который навесной на шкафчике. Ну, вообще, курорт. Запоминаем, ребят. Ну, пока мы туда не пойдем, конечно. В принципе, можно не запоминать, оно же вроде как отображается все, да, там посмотрим.
Так, ну что, молодцы, сняли мы, да? То есть заберем. Давайте внимательно, может, что еще возьмем. Так, ага. Так. Все, да, вроде как я забрал. Так, это у нас пленка. Пленка, пленка, пленка. А вот так вот делаем. Отлично. Побольше дроби, да? 6 всего. И 15 на это. Нормально, что тут скажешь. В общем и целом, смотрите, ребят, что надо нам замутить. Вот это куда вообще проход? Мы как-то с вами двинулись, да? Правильным образом двигаемся. Благо, что я туда пока не сунулся, в ту канализацию, где воняло говном, да? Где вот эта красная лампочка это горела. А это, по-моему, как раз таки в начало поднимемся. Туда, куда нужно. Мы проявим пленку и будем в шоколаде. Да? Так, а здесь, еще давайте здесь посмотрим. А, слушайте, у нас же еще там винтеобразная дверь, да? Вот этот вентиль, Т-образная, то есть. Вентилеобразная. Ай, бля. То есть поняли, да, куда надо еще сходить? Вон туда, ниже, по-моему, да, была. Давайте, ну, то есть, ниже посмотрим все, а потом в лифт. Да, по-моему. Можно по карте ориентироваться. Так, а это что такое? А, ну это вот ладью я снял, да? Это я ладью снял. Да? Ага, это куда? Вот, Т-образное отверстие. Видите, мои дорогие? То есть у нас еще дверька есть. Вот это вот. Там, наверное, в канализации она. Проход. Или тут ниже пройти, если. А, это надо по канализации. Там вот, где у нас, смотрите, два прохода. Вот, средний канал, да, я пройду и смогу там открыть эту дверь. Ясно, это надо нам уже по канализации будет. Ну, давайте тут еще посмотрим, если что, вернемся. И там я задействую Т-образную. Ну, классно, что тут скажешь, да? Все идет по плану. Нам главное только, чтобы... Я, кстати говоря, я смогу ту тварь загасить. У меня патроны появились. То есть, помните, да, тут вот мы подымались, и вот здесь я смогу, наверное, сейчас внимательно все. Вот, вот теперь мы сможем Т-образную открыть. Еще одну. Так, вот тут вот патроны могут быть. И там дверь, где ладья я снял. Надо было вначале дверь открыть, блядь, потом ладью заберем. Ну, ладно, это сейчас все сделаем. Давайте вначале здесь все сделаем, потом там. Ну, то есть, обратно поставим ладью, откроем дверь. Так, тихо. Ага, вот, вот они, дружки. Давайте поговорим. О, классно. Так, так, так. Вот нам как раз таки по карте сюда вроде. И там еще пройти можно. Не, ну классно, да, ребят, согласен. Не, игра вообще атмосферный проект, конечно. Мне нравится. И вообще туда вот ремейк достойно сделан. Очень достойно сделали ремейк. Посмотрите, какая там вот. Хотя в то время она была тоже легендарная, да, хитовая игра, лучшая, блин. Когда только в те времена. В 98 или 99 году, да, по-моему, вторая часть. Просто сам факт, что, конечно, тут небо и земля, блядь, да что ж такое? Вот так вот, пни его еще могу. Небо и земля, я просто сравниваю, да, там все квадратное. Ну, хотя и народ-то, тогда-то мы, конечно, не настолько искушены. Для того времени тоже это считалось достойно, да, как выглядела игра для тех годов. Нас это не смущало, мы вполне играли, да. Вот, вот эту-то дверь, это у нас проход получается. Кстати говоря, это, по-моему, я возвращаюсь вообще. Это та дверь, где сломана, да? То есть, да, это та дверь, где сломанная, похоже, да? По идее, можно было.
А, у нас еще, видишь, можно на одну задействовать, на один раз использовать. Вот, смотрите, ребята, вот там, где сломано. Ну, все равно открыть надо, да. Во-первых, быстрее возвращаться можно будет. Если мы сейчас на лифте, там, скорее всего, лифт подымет наверх туда, в офис, да, где стол из красного дерева и книжные полки, шкафы, блин. Там же мы должны Т-образный задействовать. Вот сюда бы мы вернемся, чтобы быстрее, да, в принципе, почему бы и не открыть. Или, может, убегать от кого-то придется. Так, ну все, молодцы, ребят, молодцы. Сейчас, наверное, идем в лифт, да? Посмотрим, куда нас лифт привезет. Если лифт привезет туда, куда нужно. А, вот, вот здесь, смотри, еще. Вот здесь еще можно посмотреть. Если нас лифт привезет туда, куда нужно, то мы, наверное, сразу же пленку проявим, да? Пойдем. Там у нас тише. А, вот патроны, классно. Патроны, супер, блин, еще патроны нашел. Великолепно, да? То есть у нас уже патронов стало с вами достаточно. Можно отстрелять будет тварь, которая там вторая. Так, все, вроде больше ничего не забыл. Мы с вами тогда пленку просто проявим сейчас, на лифт прыгаем. Да? Там вроде, если только там чекист, мать его, бродит. Если только чекист бродит, ну, быстренько, я помню, как мы там проходили через офисы, да, там, где у нас сидит Джек, там, как его, не Джек зовут, ну, пусть будет Джек, по-моему, Джек его зовут, да, вот этот, черный, там рядом двери, быстро мы попадали, кстати говоря, там, по-моему, эти, лизуны, блин, там, лизуны, ну, надо будет аккуратно, ладно, сейчас разберемся. Там же у нас как раз таки по тому проходу двигаются лизуны. Мы-то их не отстреливали с вами. Надо двигаться спокойно, тогда лизун вроде как тебя, на тебя не реагирует. Да? Если ты медленно-медленно двигаешь. Видите, я все помню, бля. Хотя играли как давно. А когда лизун медленно двигается, ты можешь пройти. Бля. Как только ты ускоряешься, все, считай, ты труп, бля. Ну или отстреливать его придется. Бля. Там не так-то просто его отстрелять на самом-то деле. Бля, этого лизуна, да. Так, ну все, да, то есть сейчас мы возвращаемся на лифт с вами. Здесь-то это уже в обратку. Погнали, ребят. Подымемся, да, сразу проявим пленку. Что это такое там вообще? Так. Скорее всего... Правильно, я думаю. Ага. И? А, ну, так и есть, да? Вернулись мы, куда-то мы вернулись. А, ну все, понял, куда мы вернулись. Это там, где мы как раз-таки то место, где перед схваткой с одноруким бандитом, да, ну с этим, как его там называют. Ух ты, 50-го калибра берем. Это вот как раз-таки будем сэкономим лучше патрон на громовой ястреб. Громовым ястребом будем орудовать с этими боссами. Да? Логично, ребят. На всех остальных будем использовать это обычное оружие. То есть это мы вернулись. Смотрите, куда мы вернулись. Это мы как раз таки попали туда, где... да, по-моему. Даже мы еще не попали. Вот сейчас мы попадем, а? Вот сейчас мы попадем. Тихо. Точно? Ну да, так и есть, так и есть. Так и есть. Ну, класс. Так, это что там такое? Там ствол, понятно, но этот ключ-то не подойдет, да? Там что-то другое надо искать. Там или ствол, или что-то... Улучшение какое-то. Даже не ствол, а улучшение, да? Какое-то улучшение, блин. Кстати говоря, по-моему,
улучшения для автоматического оружия. Для этого, для автомата, да, по-моему. Или может это вообще автомат там лежит? Как-то непонятно, неразборчиво, не видно, блин. Так, ну что, видите, да, куда мы вернулись, ребят? Тогда мы сможем сейчас пленку проявить, да, пойти. Используем этот Т-образно и проявим пленку. Классно, блин. Да-да-да, вот сюда мы заходили. Первая схватка была с одноруким. Потом, да, как раз таки здесь вот поднимаемся. И тоже лифт, по-моему, да, должен быть. Да, вот он, лифт наверх. Так, ну замечательно, замечательно. У нас только сохранки нет, блин. Ни одной. Там, если чекист меня забодает, это прежде всего с какого места я сохранился после того, как тварец стрелял, блин. Да, далековато сохранка, конечно. Если там чекист бродит, не очень хорошо, блин. Блин, я дверь забыл открыть. Ну ладно. Да, ключ-то он висит у нас. Сохранки нет, конечно, это нехорошо. Так, ну все равно идем по это, да, наверное. Пробуем как-то по-быстрому, если провернуть все это дело, да. То есть, да, я имею в виду, чекиста как-то обмануть сможем. Чтоб меня не убили, а то последняя эта сохранка у меня далековато, блин. А, все, больше не можем выбрасывать, ребят, смотрите. Можно выбрасывать его. Последняя это далековато, если меня чекист за жабры схватит, да, то это нехорошо. Сохраниться я не могу. Перед тем, как проявлять, пойдем. Там еще лизуны, блин. Так, даже не знаю, как быть. А? Там еще лизуны. Громовой ястреб бесполезно против чекиста. А может, чекиста уже и не будет, а, кстати говоря. Да должен быть, да, как-нибудь. Он там в музее-то остался, я же ничего с ним не сделал. Никак его не победил, да. Скорее всего, так и ходит там, блин. Поняли, да, к чему? Сохранка очень далеко. Если меня сейчас за жабры схватит чекист, блядь, когда мы будем проявлять, блин, то это будет нехорошо. Слишком далеко начинать, блядь. Ну давайте, а что делать? По-другому никак. Так, ну что, этот встанет, не? Пора бы уже ему встать, наверное, да? Ну да, так и есть. Джек. Марвин. Так, ну это уже не Марвин. Давай в лоб ему. Разогнан, отлично. Я покончу с этим, лейтенант, обещаю. Я все выясню. Найду причину и всех накажу. Он ничего не нарисует там дополнительно, блин. Так, ну вот, видите, да, у нас справа дверь. Давно у нас не было музея. Сейчас стоит только куда-то мне отклониться от правильного пути, и чекист прибежит. Не, ну, конечно, в музее красиво все смотрится тогда, выглядит достойная игра. Так, ну что, пробуем, ребят. Идем в этот. Там лизуны должны быть дальше. Чекиста пока не слышно. Это радует. Что это такое мы нашли там за пленку, а? Так, вот сюда. Мы уже практически рядом. Да, вот, слышите, да? Лизуны. Лизунов-то я не отстреливал.
Так, ну идем, наверное, медленно, да, вот так вот. Раз. Аккуратно, не спеша. Это, да, лизуны нам. Они же слепые, только на слух, по-моему. Эхолокация там, да. Ну, то есть вот это развито очень сильно. Нам это спокойно мы преодолеваем. Он упыря одного заколотил досками. Так, ну классно. Сейчас проявим пленку, посмотрим, что там к чему. Так, поехали. Ага, тайное убежище. И что бы это значило? Где-то, где это место? Попробую сейчас вспомню, да, блин. Где-то в доме у нас здесь, да. Телефон, видите, да. Я не помню, ребят, где там магнитофон, телефон. Надо искать, видимо, это место, и там тайное убежище. Какая-нибудь кнопка, да, открывающая тайную дверь, блин. Видите, да, какой-то магнитофон, стаканчики, телефон. Где такое место? Где-то здесь однозначно в музее, блин. Но я сейчас не буду ходить там по любасу, чекист на верхних этажах. Это меня сейчас... Давайте, наверное, это оставим на потом. Пока занимаемся шахматными фигурками. Мы так и не нашли с вами. Ладью только снял я. Да, тайное убежище потом лучше, когда сохранил я игру, и конкретно пойдем по тайному убежищу. Надо сохранки найти. Иначе, блядь, сейчас пойдем искать это тайное. Он, скорее всего, здесь. Видите, стол, телефон и магнитофон. Где-то на верхних этажах. Что-то мне помнится, такие были офисы, да? Там, где у ментов, блин, ну, в смысле, у полицейских. На втором, по-моему, что-то такое было, блин. Ну, где-то здесь оно однозначно, это тайное убежище. Но мы сейчас не пойдем, ребят, возвращаемся. У нас нет сохранок, поэтому, если эта падла меня за жабры схватит, это мне надо заново будет начинать. Мы играем на харде, блядь. Здесь записываться только с помощью этих пленки, блин. Так как у нас пленки не канает, поэтому мы, наверное, пойдем шахматные фигурки лучше пока искать будем. А потом при удобном случае, да, ну, может, в следующий раз сходим, ну, то есть поищем. Надо еще вспомнить, где это место конкретно. Где этот стол, где этот магнитофон и где это кабинет, какой-то офис, да, скорее всего, на вторых этажах. А там по любасу чекист бродит, блин, поэтому туда лучше не суваться, блядь. Да? Чекиста, вы же меня попросили, оставляй чекиста. Я вообще хотел убрать, блядь, этого товарища. Там же можно убирать его с помощью определенного мода. Ну так, чтобы по атмосфере было, по кайфу играть. Ну, видите, вы попросили оставить. Вот поэтому, конечно... Сейчас, наверное, мы не будем рисковать никакие тайные убежища искать. Они по-любому где-то здесь. На первом, втором, может быть, даже на третьем этаже, там, где библиотека. То есть, какой-то стол, телефон там, да, стоит древний, блин. И магнитофон, два стаканчика валяются пластиковые. То есть, вот это место надо зарисовать в голове и вспомнить, посмотреть, где оно может быть. Там, скорее всего, что-то интересное мы найдем. Но все это будем делать позже. Сейчас ищем шахматные фигурки. Сюда мы уже открыли все, Т-образно использовали. Сюда всегда можно будет вернуться. Да, ну то есть пути все мы открыли, поэтому как бы проблем нет. Мы всегда сможем вернуться. Так, все, а теперь надо, наверное, обратно в канализацию. Во-первых, ту тварь убрать. А, давайте здесь посмотрим. Тут там можно обойти. Там, где я с одноруким сражался, кстати говоря. Вот это интересно будет посмотреть. Там, где я с одноруким сражался, да, можно будет тут как бы другой путь найти. А, ну та, тут-то по кругу ты не сможешь, наверное. Да, даже он и не хочет прыгать. Тут других, по-моему, не было никаких дверей, да, дополнительных. Только лестница упала после того, как я его... победил, да, условно говоря. Мы, оказывается, его еще не победили. Кто-то мне из вас писал, мы его не победили, этого упыря, блядь. Поняли, да, вот, который с одноглазым, в руку, когда ему глаз отстрелил. Там он еще дальше будет у нас, так что не расслабляемся. Понимаете, какая ситуация? Мы этого товарища еще не победили с вами полностью. Он куда-то вниз упал, по-моему, да? Я его скинул. У него глаз покраснел, он, по-моему, сам спрыгнул даже.
Так, отлично. Ну что, идем, наверное, ищем дальше фигурки. Нам надо найти три фигурки. Одна есть, еще две фигурки. И заниматься конкретно этой задачей. А потом уже всякие тайные комнаты будем искать в следующий раз. Я понимаю, что эта тайная комната, скорее всего, где-то в музее в самом. Но там чекист бегает. Нам чревато, блин. Слишком далеко я сохранился. А эта падла будет по пятам за мной бегать, но ничего не успеет. Там еще и лизунов столько бегает. Блин, сколько там лизунов, да? Я же не убивал никого. Там лизунов, мама, не горюй, блядь. Так. Ну все, наверное, возвращаемся в канализацию. Да. А, не, нам не... Да, нам надо сейчас только с вами возвращаться в этот, ребят. Там, где красная лампочка горит, куда мы вначале я пытался пройти. Туда только остается. Больше-то мы везде все осмотрели. Да? Там, где красная лампочка горит, ребят. Ну, погнали. Там, где красная лампочка горит, да? Там-то все и начнется, и все и закончится. Но нам надо бы этого, наверное, отстрелять, что ли, тварь вторую, которая в проходе, а? Вон ту гадость, это мы одну только, да? Вон она, видите, да? Ее, наверное, тоже там посмотреть, а вдруг еще что интересное найдем. Давайте попробуем, надо его сюда подтянуть. Так, надо в хобот ей аккуратно. Так, блин. Так неудобно как-то мне стрелять. Мне. В хобот ей ценились. Так, все, сейчас он еще... А, тихо. Куда-то спрятался, сейчас здесь появится. А, или что, пропал? А, ну пропал, нам хорошо, чтоб не тратиться. Пробегаем. Он куда-то нырнул, уплыл, слава богу. Пусть дальше плывет. Видите, куда-то уплыл у меня. Одного-то мы загасили. Пусть, ладно, не будем искушать, оставим патрон. Блин. Так, вот, смотрите, это что за дверь? А, ну это как раз-таки мы вернемся в зону сохранки, да? Вот надо будет использовать шифр, точно, отлично, ребят. Возвращаемся сейчас. Как там S, Z и F, да, по-моему? А, не, или куда это? А, ну это у нас фуникулер, ясно. Ну правильно, да, все правильно. Иду, сейчас мы как раз таки в зону сохранки попадаем. И откроем замочек на весну. Посмотрим, что там. Отлично. Кстати, да, сюда и надо было завернуть. Да, фуникулер-то мы не можем задействовать. Блин. Так. Отлично. Вот, да, вот тут вот у нас где-то шкафчик был, который надо открыть. Ага, вот они, родимые. Два, да, сейчас вот тут посмотрим, ничего я не забыл. И будем открывать. Вот это вот надо у нас. S, F, Z, по-моему, да, у нас. Видите, да, какая красота. Тут однозначно патрончик смелости, может быть, 50-го калибра. Ну, давайте пробовать. S первая, да, Z вторая и F. Вот. Замечательно. Вообще как надо. Так, и что там? Во, 50-й калибр. Бомба, блин. Нифига себе, сколько у меня патронов на граммовой. Там было 15 еще здесь. Да, у нас, кстати, достаточно патронов. Можно любого боссика отстрелять, блин. Аккуратно, если работать. Граммовой-то мощный. Мы его только и будем использовать. Так, ну все, ребят. Что мы делаем далее? Далее надо попасть нам туда, да, где красная лампочка горит. Мне почему-то эта лампочка, зловещий свет такой от нее, где все заросло спорами. Вот туда надо идти теперь. И там, наверное, все и случится. Самое страшное с нами, блин. Я так думаю. Но только я сохраниться не могу. Вот это бомба, блин. Вы поняли, что сейчас произойдет? Я так и не нашел пленку. То есть, если сейчас меня в ту жопу мы полезем, то...
блядь, если я там пропаду, придется все заново начинать. Вот эту беготню, сколько мы пробегали, все делать заново, блин. Но это придется мне самому за кадром, блядь, бегать. Вот это мне, конечно, не очень, как бы, нравится. Ну, такой уровень хардкор, понимаешь? Ты не можешь иначе тут изменить, блядь. То есть, сколько ты... Или, значит, сохраняя игру таким образом, чтобы тебе этой пленки хватало. Только в таких моментах, самых кардинальных, да? Ну, то есть... Но это надо знать заранее игру, блядь. А мы-то не знаем заранее. Поэтому, конечно, я сохраняюсь... Не очень-то, конечно, оптимально в плане, да, вот этих, ну, то есть количество этой пленки. Тратим много. Можно было в таких кардинальных каких-то моментах сохранять, но для этого надо знать игру, блядь. Когда там кто появится, блядь. Видите, да, нету у нас нифига. Это если я сейчас туда полезу, в эту клоаку, блядь, там точно какой-нибудь, какая-нибудь тварь мутированная нарисуется, меня убьет, и мне придется все заново бегать, блядь. Да, вот такой вот расклад по хардкору, блядь. Не все так просто, блядь, как хотелось бы. Да, ребят, правильно же я мысль, видите, да? Нет у нас пленочки, и дополнительно никто не положил нам, блядь. А надо будет идти в ту клоаку, да? Ну, погнали, что ж делать? Будем стараться осторожничать, как-то аккуратно, может и получится нам. Совсем мы справимся, да? Другого варианта все равно нету никакого. Никак ты не сможешь замутить, да, по-другому. Придется тогда идти на верную смерть. Ну, может, не на верную смерть, да я смогу выкрутиться, да, как-нибудь. Отстреляемся. Там по-любому в этой местности какое-то страшное чудовище, я вам точно говорю. Так, кстати говоря, нас здесь еще до конца не было, да, мы не все осмотрели. А, у нас сейф еще, ёптать, мы так и не нашли на сейф код. Ищем на сейф код, ребят. Так, и вот здесь нас не было, да, в этот закуток я не зашел. Видите, как красиво все. Вот сюда я не зашел, да. Так, смотрим, квитанция о доставке. По адресу, указанному вами при заказе, был доставлен следующий товар. Огнестойкий сейф, одна штука. Кодовая комбинация написана мелом на боковой стенке. Не забудьте стереть надпись, прежде чем приступать к использованию товара. Ух ты, ребят, на боковой стенке. Короче, проглядели, да, мы там все на боковой стенке было. Ну, сейчас посмотрим, пойдем. Надо было фары вырубать, блядь, я, наверное, и так увидел. Не читаю эту запись. Просто мы просмотрели все и вся. Так, ну возвращаемся к сейфу, да, где-то на боковой стенке написано. Да, погнали посмотрим. На боковой стенке, да. Вот так вот. Не спеша и будем играть, ребят, да, во все игры. И кайф получать. Вот за что я ратую каждую серию, вообще вам говорю. Так, боковая стенка. Как мы вообще смогли это проглядеть, да? Ну, для меня это допустимо. Не страшно, да? Так, ну что, 2 налево, 2 направо. И 8 налево. Погнали. Так, 2. А, ну это по кругу нам придется. Нет, стоп. 2 налево, погнали. Так, 2 направо, да? Так вот. Что там? Ух ты, ложа для дробовика W870. Вот видите, да, то, что я говорил вам в начале. А мы не взяли ствол еще дополнительный. Улучшение. То есть у нас полноценное. Я уже не соберу дробовик. Только ложу мы воткнем. Да, то есть при стрельбе позволяет стрелять и перезаряжать его одним плавным действием.
стабильность повышает оружие. Да, вот мы один добрячок не сможем уже вернуть, но если только игра там дальше не предоставит нам возможность, но это маловероятно. То есть я не взял одно улучшение еще. А обратно уже мы уже туда не сможем вернуться. Ну ничего страшного, будет вот такой вот коротыш у нас, да, с коротким стволом, зато ложе повышает стабильность. Вообще на него и патронов-то я редко им пользуюсь, блин, по 3, по 4 дают, блин, я не знаю. Скорее всего, если с боссами, мы только будем громовым ястребом. Поэтому, я думаю, не страшно, да, то, что мы там не сняли улучшения. Я редко им пользуюсь, и на него не так много патронов дается, блин. Ну, вообще красиво, достойно смотрится, да, нарисовали. Смотрите, моделька самого дробовика, да, выглядит достойно. Ускоряет процесс стрельбы. Классно. Ну, супер, да? Будем работать. У нас 6 патронов есть. Да, вот сейчас бы сохранить бы игру, конечно, не помешало бы. Перед тем, как туда в клаку залазить, блин. Жалко, что нету у нас пленки. Если бы я знал, я бы не тратил ту пленку. После того, как мы тварь загасили, надо было оставить, блин. Видите, когда, соответственно, это надо заранее все знать, блядь, что там оставлять, когда, в какой момент. Так, ну у нас остается только канализация, да. Ну, погнали. Это самое страшное место игры, я думаю. Место даже не игры, а этой локации. Посмотри сюда, да. Смотри, ткани прям, по-моему, живые, дышит эта тварь. Я вам точно говорю, что это сейчас будет очень нехорошее, блин. Этот красный свет от лампы впереди и двери, да. Нам, наверное, туда-то и надо попасть. Но чтобы туда попасть, надо победить всех, блин. Может, где-то пленка есть, да я не вижу, а? Чтобы не сохранить игру. Ну, вообще, страшно даже как-то, ребят, дальше идти мне. Так, будем убегать, короче. Только со 100% позиции открываем огонь. То есть постараемся аккуратно играть. Может, и мы сможем пройти сразу же, с первого раза это место. Да? Хотя вот здесь, если я спущусь, я уже, наверное, не вернусь. Не смогу вернуться, да? Куда я убегать? Убегать ты уже не сможешь. Да, он не хочет запрыгивать туда. Мне придется тут мне погибать, наверное. Блин. Так, ну что, тут, наверное, эти будут, да? Хоботисто-шевелистая гадость, вот эту, которую я отстрелял. Блин, я дверь забыл, ребят, ну ладно. Поняли, да, я дверь забыл открыть. Ну, наверное, мы еще туда-то сможем вернуться. Дверь забыл закрыть, у нас тайное убежище. Еще два момента. Так, вот она эта гадость, смотри сюда. Вот она эта гадость. Мои дорогие. Так, смогу я открыть? Ух ты, ёпта. Так, Л1. Держал, сюда вот тебе прям. Во, глаз, отлично, глаз. Вот так. Нормально работаем, вы знаете, а у меня больше гранат. С одной справились, да? Вот такая вот гадость нас будет тут мучить, ребят. По-моему, еще одна сюда уже ползет. А, у меня нож еще есть. Кстати, да, у меня нож еще есть. Да, если что, с ножа попробую. Классно, да? Я прям туда в хобот запихал гранату, потом в глаз точно в цель. Точно нельзя обратно?
хочет он обратно запрыгивать. Так, ну мне никак нельзя погибать, я вам честно скажу. Слишком далеко я сохранился. Вообще не резон погибать. Может, я пробежать туда смогу, к этой двери, а? Видите, туда вот, где красный свет, нам надо попасть. Слышите? Вот, РСТ. Какое страшное... Так, вот он. Так, а он куда-то в другую сторону. Эта гадость мне не даст пройти. Там еще, наверное, есть это. А может... А может быть, и даст, да? Так, где он? С этой стороны появится, да? Блядь, он где-то... А, вот он, да? Ну давайте, а что, его все равно... Вон у него глаз вроде там. Вот он, да, глаз. Туда засандалим. Вот так вот, раз. Вот, по-моему, что-то снял. Кожу, да, кожу, ткань срезал. Так, давай вот куда-нибудь, я не знаю. Во, вот сюда впасть, блин, да? Тихо, впасть. Давай, раз, два, три. Ну давай, расщеперивай глаз. Блин, он этих выпустил, твари, уходим. Он этих выпустил. Ё-моё, они меня сейчас потравят, а. Так, перезаряжаемся, сейчас открываем огонь по червям. Где эти паразиты? Вот они. Раз, два, три. Отлично. Конечно, ничего хорошего, он сюда ползет, эта гадость сюда. О, я уже не выживу, блядь. Давай ему в хобот прям. У него нету этого. Он опять выпустил. Я не знаю, как его убивать. Ну нет, не вижу я глаз. Так, эти подстреляли. Где у меня патроны заканчиваются? А где у него глаз-то, блядь? Вот это, конечно, мерзопакостная тварь. Так, все, я труп. Тихо, тихо, тихо. Надо бежать, короче, отсюда. Каким-то образом. Так, ага, все, побежали. Так, нож, 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 нож. Вот так вот тебе. Гадость ползучая. Надо бежать, ребят. Так, глаз, глаз, вот сюда можно. Да. Где у него глаз, я не вижу. Куда стрелять? Вот, побежали. Не, бля, я не туда бегу. Не туда бегу, блин. Я не туда бегу. Так, лечимся. Лечимся. В эту сторону бежим. В этой гадости глаз даже не появился. Я не знаю, где там стрелять или. Так, а вот сюда. Нет, не сюда, наверное, дальше. Вот сюда, блин, там еще. Так, уходим, 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 уходим. Так, ребят, запрыгиваем. Во, классно. Так, бежим, наверное, сюда. Бежим, наверное. Все, слава богу. Может, сейчас сохранку какую-нибудь найду, а? Да смогу сохраниться. Так, смотрим внимательно. Ух ты, куколка. А у меня патронов нет. Куколку нашел, а патронов нет. Видите, да? Красота какая мне. Один есть на дроне. Мне как-то даже жалко его тратить. Ладно, этой бодягой мы не занимаемся. Коллекционированием, да? Нет такой задачи прямо все. Потом мы загасим. Наверное, сюда смогу вернуться. Давайте разбираться. Один патрон на дробовик у меня остался. Как вообще побеждать тут? Обратно, когда будем возвращаться, да? Или может я обойти их смогу? Так, внимательно, внимательно. Надо какую-то пленку найти. Так, и что это? Куда это? Зачем это? Мы попали. Да, вообще великолепно. Один патрон на дробовик всего у меня осталось. Там что-то непонятно со второй тварью, да? Куда там ей стрелять? Глаз... Не увидел я глаз. Обычно туда же мы должны попадать. Так, ну что вообще, тишина. Никаких сохранок, ни патронов. Так, а тут что? Зомбированные ходят, а? Стрелять-то не с чего. А тут вообще какая-то тюрьма, да? Что это такое? А, вот он, приятель. Вот это точно встанет. Можно потратить патроны. Да, вот это точно встанет, я вам гарантирую. Так, ну неужели нет никаких патронов? Не может быть. Вы что так? Что за хардкор такой? Ну какой-то, да, мощный хардкор. Один патрон у меня остался, а там еще две твари, блядь.
А, или они исчезли. Маловероятно, что они исчезли. Давайте попробуем спуститься, может, я соберу прибыток. А, слушай, а нету, по-моему, да? Никого. Так, вот сюда завалимся. Ага, нету, бежим отсюда. Бежим обратно. Все там есть. Как это нет? Угу, раскатал, да? Нет, да? Так, ну туда идем. Так, она сюда. Сюда она не заползет. Тогда идем только вперед. Другого варианта нам с вами. Нет у нас другого варианта, друзья. Блин, только вперед идем. Один патрон у нас, картечь осталось. Стрельнуть вот этого зомбированного только я смогу. Подстрелить, да? Он, наверное, подымется. Так, а что это вообще такое? Давайте внимательно осмотримся. Так. Ага. King Plug. Король, да? Так, король. Нужен король, чтобы дальше пройти. А я-то выложил все фигурки, да. У меня там был вообще. У меня, по-моему, там короля не было. Там слон, по-моему, был, да. Конь был один. И пешка, по-моему. Ух ты, ёптать, глянь сюда, что там такое. Ребят, там, по-моему, огнемет. Смотри сюда, да? Вот что надо нам сделать. Наверное, надо идти туда-обратно, за, чтобы открыть эти двери, забрать огнемет, да? За этими, теми фигурками, которые у меня. У меня там не было короля. А, вот, наверное, вот-вот-вот. Это что такое? Вот это и есть король, да? По-моему, королева. Так, ну смотри, нам надо кровь из носа забрать этот огнемет. У меня один только этот остался. Ну да. Ага, дверь закрылась. Замечательно, блин. И как быть? Да, это королева, блин. А, то есть, а там нужен король, да. Это все равно не та фигурка. Так. Сейчас разберемся, ребят. Скорее всего, этот огнемет можно будет забрать нам, да? Тут как-то надо будет нам маневрировать с этой фигурой. Вот еще королева плагин, да? Королева. То есть сюда я смогу поставить и к огнемету, да, пройти, получается. Так, а это что такое? Опять, блядь, синяя трава. Вы что, издеваетесь, что ли, блин? У меня этой синей травы хоть жопой жуй, да, в этом, в ящике, блин. Так, вот, да, с той стороны, если мы откроем, то есть король у нас, король нам нужен, да, там королева, то есть, да, берем, допустим, этот плагин, ну, то есть фигурку королевы ставим сюда, а короля где мы найдем? То есть, но зато дверь закрывается. Обратно я не выйду, блин. Ставим сюда, как выходить. То есть, ну это понятно, да. Ну а как я выйду, блин? Ну хорошо, сюда я зашел, допустим, да. Так, ну давайте посмотрим. Знаешь, где-то еще дополнительная фигурка есть, да. Вот, вот этому надо, наверное, бошку отстрелить, чтобы он не мучил меня, блин. Вот так вот, раз, стопудово встанет. Как раз последняя картечь у меня была. Так, смотрим внимательно, мои дорогие. Значит, где-то надо фигурку искать дополнительно, да, потом сюда возвращаться. Скорее всего, так. Короля, то есть, надо искать. Видите, вот здесь король. Ага, здесь король, не канает. То есть, там королева, я открываю две двери. Две решетки, да, а короля где искать, блин? А короля, может быть, где-то вообще в канализации надо искать. А потом только сюда возвращаться, да, с этой фигуркой.
Ну, вполне возможно. Может, там, где тайное убежище и король, да, пленку, которую я снял, да, там может быть король, потом сюда с королем возвращаться и снимать этот. А, нет, тихо, вот что это такое. А, ну вот и король, ёптать, все в шоколаде. А, ну тогда все разрулим сейчас, да. Вот он король. А, то есть, как мы, тут ничего я не забыл. Вниз, наверное, прыгаем, да. То есть, видите, как красиво сделано все. Всегда поставил, открыл, допустим. И тут я смогу подняться. А, стоп, а как я тогда смогу? А, ну забрать-то сможем, а как мы выйти сможем? Вот это, конечно, проблематика. Да, тут сейчас надо будет нам поманеврировать, да. Вот у нас здесь королева, если я ее возьму. Допустим, я смогу там открыть и короля, а там сверху спустимся. Ну да, мы огнемет сможем сейчас взять. Ну а как я выходить, я ж не смогу забрать. А эти фигурки, наверное, надо как-то забрать. Не то, что надо, они и нужны нам. Как раз две фигурки нам осталось, король и королева, да. Это как раз таки нам надо и забрать. То есть у нас есть ладья, король, королева. Там у нас этот конь, там у нас слон, там у нас пешка. Все. Шесть фигурок. То есть вот эти две надо сейчас каким-то кровь из носа забирать. Маневрировать. Так, забираем. То есть забрали это, закрыли мы, да? А здесь-то дверь закрыта, сюда надо короля, а король-то будет у меня стоять на огнемете, как я смогу его сюда поставить? То есть еще надо искать, может. Как-то тут надо изъебнуться, давайте смотрим внимательно. Я понял, что надо сделать, поставить правильно эти фигурки таким образом, чтобы я смог их забрать после того, как я сниму огнемет, да, и будет все в шоколаде. И уйти отсюда тихо и спокойно. Вот что надо сделать, я понял, смысл у меня. Но только с этими дверьми, конечно, я запутаюсь, запутаться можно. Так, а где у нас осталась та фигурка, блядь? Я уже запутался, честно говоря. Так, это у нас король, да? А, это королева. Вот, это королева. А где у нас король-то, а? Король я наверху оставил, что ли? А, вот, вот, да, все, да. Это мы... А, не, нифига, не все. Какой все? Это тебе надо с той стороны заходить. Да, тут, конечно, замут, мама, не горюй. Попробуй, блядь, сейчас тут... Наманеврирую и огнемет, и еще и две фигурки забрать как-то надо. Поняли, да? Какая каталась. То есть, видите, эта дверь закрывается. Следовательно, как мы попадем? Вообще никак. Не, я понял, как нам попасть. Поставить там, где королева и король, да. Тут вот, здесь-то мы ставим без проблем королеву, и там короля я втыкаю. Ну, а как ты их заберешь? Как-то? Там-то дверь закрывается, блядь. Вообще какая-то, да, бормотуха. Ну, будем сращивать. Вот, смотрите, да, здесь король, вот он огнемет. Я понял, да, вот сюда втыкаем короля, забираем огнемет. Ну, а потом, когда ты... А, там через дверь, если я выйду, я смогу снять королеву. А, ну, в принципе, наверное, получится, да. Здесь-то, видите, я тоже дверь перекрывается. Если я здесь прыгаю и беру короля. Вот, допустим, я беру короля... Да, здесь дверь закрывается, я обратно не смогу обойти, чтобы снять королеву, бля. Поняли, да, какой хитро выебанный замут? А как же тогда я заберу? Ну, что-то бардак какой-то, давайте сращивание. Или там надо пойти, взять огнемет, перегасить всех тварей, пережарить. Да там дополнительная какая-то фигурка, третья, которая позволит мне забрать вот эти две. А, кстати, как вариант, может быть, даже и так, да? То есть, какая-то дополнительная фигурка, которая позволит мне королеву и короля забрать, да? Там, где зажарить надо всех. Огнемет не зря нарисовали. Давайте, наверное, так начали сделаем. Если нет, тогда будем сращивать. Да, видите, как интересно вообще. Игра супер. Вот эти загадки я тоже люблю. Такие игры с загадками. Но это даже не сколько загадка, тут просто надо... Куда в какую дверь втыкать, да, сориентироваться. Это даже трудно назвать загадкой. Но вообще вот такие вот, да, всякие приемы, ходы. Много таких игр, типа вот Silent Hill, Resident.
очень интересно, разбавляет, как бы не только ходишь, стреляешь, там стволом машешь. Видите, да, тут-то без проблем, это понятно все. Но как ты заберешь ее? Там-то у тебя дверь будет закрыта, поняли, да? Видите, химический огнемет. Чем дольше вы жжете цель, тем сильнее разгорается пламя. Вот это да. Вот сейчас, наверное, надо идти их жарить всех, парить. Да? Зажарить всех тварей. Посмотреть, может, мы там что снимем. А потом только наращивать эти фигурки пытаться. Смотри сюда. Бомба, да? Пойдемте зажарим их. Наверное, с таким огнеметом вообще не проблема. Вот, смотрите. А, ну вот тут вот, если я дверь... А, ну, кстати говоря, если здесь я дверь открываю, тогда я, наверное, смогу собрать все спокойно. Но все равно надо пойти опробовать, да, вначале. Видите, да, то есть вот эта фигурка меня смущает. Если мы ее берем, то в ту дверь я уже не попадаю, а с той стороны... А, ну с той стороны-то она работает, да, тогда я смогу, если здесь поставлю, допустим, забежать сюда, забрать королеву, да. А, нет, здесь-то закрыто, смотрите, здесь борода. Ага, вот тебе и борода. Здесь-то борода. Видите, да, какая борода. Надо забрать кровь из носа эти две фигурки. Вот вам и катавасия, блин. Свистопляска. Вот, вот эта дверь тоже закрывается. Как мне выйти? Сейчас надо с этим огнеметом выйти, еще вдобавок забрать две фигурки. Поняли, да, что надо сделать? Вот, чем, что мне и нравится подобного характера игры, стиля я имею в виду. Не только вот эти всякие квесты небольшие, загадки, блин. Вот, кстати, в Silent Hill загадки сильнее, согласитесь, да, чем в Resident. Это всеми отмечено. В Silent Hill, вот особенно вторая часть, там третья, там куда сложнее загадки, блядь, надо репу почесать, да, чтобы нарастить, чем вот в этом резиденте. Видите, да, какая борода, если здесь-то я беру, здесь-то перекрываюсь, тогда туда я не попадаю, блядь. Понял, да, смотри, как все, а тут все наглухо закрыто, а фигурка-то там, как мне туда попасть? Видели, да, какой расклад? Ну да, я... А, нет, здесь-то я тоже не попадаю. Я ж короля снял. Да, я короля снял, и тут тоже закрыто. Вообще. То есть королеву только я могу снять. А как же мне короля забрать-то? Я не понял юмора, блин. Вот это мы, конечно, с вами вляпались. Сейчас будем 3 часа думать, как нам забрать. Но их по-любому можно. Или, как я говорю, надо идти выжигать тварей. Да, выжигать всех тварей. Там дополнительная фигурка, которая позволит нам замутить эти две фигурки. Но это, конечно, какой-то немного несуразицу. Я, наверное, говорю, тут просто надо с дверьми маневрировать. Вот, допустим, вот здесь-то надо, чтобы открытая была, а тут она закрытая. А как я сделаю, чтобы открытая? Нужна дополнительная фигурка какая-то. Иначе я не заберу ту фигурку. Видите, какая борода, а? Вот это борода. А если я эту сниму, здесь закроется дверь. Я не смогу выйти, блин. Поняли, какая катавасия? Да? Что-то пиздец они тут замудрили, блин. А, стоп, так здесь-то у нас король, а там королева, да? Здесь-то у нас плагин... То есть мы берем, да, а там королева, а, ну тогда я смогу взять, все ясно, да, тогда смогу взять. Здесь-то у нас королева, блин. Да, здесь у нас, то есть королева, да, здесь у нас королева, правильно. А там у нас король, да, то есть на одной двери, на выходе, вот у нас король, если мы забираем отсюда... А, ну там-то все равно закрыто, я не смогу спрыгнуть и потом королеву забрать, да? Ну пиздец, что-то какой-то замут. Подожди, ну если мы ее возьмем, тут-то дверь у тебя открыта, я смогу поставить короля вот сюда, вперед открою себе, да? Вот сюда я поставлю, здесь-то у меня откроется, и тогда я королеву смогу забрать. А, ну все, ну да, все, я понял как, давайте идем, сжигаем этих, на всякий случай пожжем этих вначале. Так, а это что такое? Ух ты, красная трава, пропустил я красную траву. На всякий случай, чтобы нам жопу не мучить, а вдруг действительно, как я думаю, там дополнительная какая-нибудь есть
Ну, то есть момент дополнительный, который позволит нам проще все это сделать. Не надо вот так вот маневрировать, чтобы не времени тратить. Полностью сожжем канализацию там, где эти твари, осмотримся, а потом вернемся, будем маневрировать с этими фигурками дальше мы. Погнали, мои дорогие. Да? Наверное, так мы сделаем. Чтобы уже точно быть уверенными, что мы действуем правильно. Что ну, то есть, чтобы быть уверенным мне, что по-другому я никак не могу их взять. Надо тут все зачистить, осмотреться. В канализации самой. Давайте даже вот так, у меня бронин дополняет. Видите, она бронь добавляет. Если они меня будут коцать, я, по крайней мере, не так много здоровья будет снимать. Все, погнали, сейчас будем сжечь огнеметик, проверим. Поехали. Насколько он хорош, а? Против этих ползу. А, он глаз. Отлично. Давай. Вот так, и привет, все. Вот так вот. Жгем твари. Сжигаем их дотла. Вот так, гадость поганая. Еще получи. Так вот. Еще разок. Супер. Слушай, с этим огнеметом можно вообще ходить и никого не бояться, блин. Да? Классно. Видал, как я ее сжег? Вот теперь давайте осматриваться. Может что-нибудь нам... Так, стоп, еще одна. Поехали! Гадость поганая. Вот, 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 вот. Классно. Во, она помогает. Ей не надо много слишком огня тратить. Ей достаточно пару раз... струю пустил, да, огненный поток, и все, не надо прям слишком давить, а то растрачивается много, ну, что-то тишина какая-то, ничего не вижу, никаких патронов. То есть нам-то, я и не из-за этого пошел, может действительно дополнительная какая-то есть возможность нам снять с вами, понимаете? Дополнительная возможность снять это. Какой-то момент, чтобы я смог эти фигурки забрать. Может, предмет какой-то дополнительный, чтобы я смог туда поставить, да, дверь будет открыта. Но это мы возвращаемся, да, это я уже обратно возвращаюсь, тут ничего нет. Надо, значит, идти думать. Идти думать, ребят. Да? Идти думать нам надо, мои дорогие. Так, стоп, 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 стоп. Все, побежали ко мне обратно. Там еще одна тварь нарисовалась. Нам все равно возвращаться-то придется. Не, ну классная штучка, да? Огнемет творит чудеса, ты глянь, как работает красиво. Изумительно работает огнемет, я вам честно скажу. С таким оружием можно вообще гулять всю игру. И зомбаков, наверное, красиво будут сжигать. Так. Ну, значит, сейчас будем думать, как нам все-таки две королеву и короля надо забрать. Да? Таким образом, чтобы я смог... Дверь одну, вообще должна одна дверь внизу вот эта открытая остаться. И там, где проход наверх, закрытый будет, да? Две двери внизу, одна королева, другая король. Вот как-то надо так нам подставить эти фигурки, да? Предугадать, я не знаю. Подгадать, чтобы все было красиво. Давайте думать. То есть, видите, да, огнемет мы забрали. Тут дверь у нас открывается. Следовательно. Следовательно. Вот надо через эту дверь пройти, туда поставить нам короля. В ту дверь дальнюю, да. А здесь у нас королева. А как ее тогда забрать? Тогда-то, видите, да, какой бардак. Ну, сюда вот король-то войдет, я понимаю. И тогда мы сможем выйти обратно. Но как мне королеву перетянуть сюда? Понимаете, давайте думать, блядь. Надо вообще осмотреться. Сколько дверей посмотреть вначале? И какие, и куда, да, чтобы продумать проход, блин.
А, там еще наверху же решетка, да? Я не смогу через верх. Блин, ну вообще, конечно, задачка. Да не, конечно, это просто я торможу. Сейчас мы срастим. Как? Быстро надо все тут сделать можно. Так, 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 так. Вот видите, да, вот это я беру, тут закроется. Давайте вначале, так, план составим, как мы будем втыкать. Вот сюда надо короля воткнуть, по-любому. Да? Вот, допустим, у нас король. А, это у нас как раз-таки королева, это не король, это у нас королева. Вот, тоже дверь закрылась. Да? И вообще все закрыто у меня. А король у меня с той стороны. Ну, пиздец какой-то. А как их вообще тогда забрать? Ну да. А, ну вот, ты же здесь открыл. Че ты мучаешься? А, ну тут дверь открыта, да? То есть я прохожу. Так, стоп. Тогда если я тут снимаю, тут-то дверь закроется, блядь. И там дверь, и наверху дверь закрыта. А как же быть тогда? Так, тут у нас король был, да? Если бы здесь дверь открыта, я бы спокойно спрыгнул, да, и спокойно бы, соответственно, прошел. Тут-то дверь закрыта, и, соответственно, если я это сниму, то тоже закроется. Ну, а как же тогда я туда попаду, и там закрыто? В общем, нам надо эти две фигурки как-то замутить, забрать. Давайте думать, блядь, в какую дверь нам правильно воткнуть. Так, там король, там королева, да? Это у нас король. Королева стоит у нас там, да? Если я через верх там, допустим, пройду, блин. Да, слушай. Да, вот тут вот у нас король. Вот эту надо открыть, тогда все получится. Блин. Не хватает. Видите, как раз на проход, чтобы я оббежал, королеву забрал. Следовательно, вывод, да. Вот сюда надо королеву втыкать. А, нет. Ну да, она у меня и стоит тут. Но если я сейчас ее заберу, она... Как мне перетянуть, короче, короля к той двери? Поняли, да, что я хочу? Короля надо перетянуть вот к этой... Вот сюда вот, поняли? Вот сюда надо короля перетянуть, блядь. Как это сделать-то? Я не понял юмора. И вообще это возможно сделать? Может, надо что-то тут еще дополнительно совершить? Какой-то момент я в канализации не нашел, блин. Так, давайте, ладно, тогда берем пока этот. Да, и забираем короля. Ставим сюда королеву. Там забираем короля. А потом выходим. Там ставим короля, сюда... А, ну все, ёптать, да? То есть, сейчас ставим сюда королеву, там забираем короля, где огнемет. Потом А, как ты выйдешь-то, ёпта? А, ну выходим через дверь, ставим... Да, все, ёпт, блин, вообще, жопа. Но, видите, тут сбивает с толку то, что ты начинаешь думать, может, тут еще какой-то дополнительный вариант, надо третий. Вот эта мысль сбивает с толку, поэтому тупняк небольшой у нас произошел. Ясно, что надо сделать. Поняли, да? Вот у нас король. Там-то у нас открыто будет. И... А, ну тут наверху у нас решетка, да. Так. А, так если я заберу, блядь. Короче, вот сюда надо как-то короля перетянуть, блядь. Как это сделать? Я не понял юмора, блин. Что за ботва, а? Вы что, издеваетесь надо мной? У нас тоже борода получается. Если я это забираю, здесь-то дверь закроется. Видите, да, здесь закрывается. И тут решетка закрыта, тут король. Еще нужна, блядь, третья фигурка, чтобы здесь дверь была открыта. Тогда я смогу провернуть. Видите, да, здесь-то закрыто, здесь король у нас тоже. Так, подожди, все равно что-то не то, что-то не то. Не может быть, все должно сращиваться. Так, смотрим внимательно. Это я что-то не то делаю. А, ну все, вот, да, господи, вот мы тупим, а мне. Я туплю, то есть. Все, мои дорогие, ясно.
А, нет, не ясно. Тут-то королева у тебя. Нет, тут у меня король, да? А все равно не получится. Так, то есть, если я эту закрою, да? Туда ставим. А как я заберу тогда королеву? Хуй с ним, короля я туда поставлю. А, королеву обойду, да? Все, понял, да. Все, ясно, господи, вот мы тупим. Это я, конечно, затупил конкретно. Я ж там по кругу обойтись. Поняли, да? Все, две фигурки, да. Вот это мы, конечно, себе мозговой штурм, блядь. Все тут, ребенок бы 8-летний уже бы давно бы забрал, да. Тут дядька сидит, блядь, под 40, под 40 лет. Глобалец. Смотрите, тут все просто. Ставим королеву, да, дверь тут открывается. Там по кругу оббегаем, забегаем, там король. Поняли, да? Короля забираем, поднимаемся. А, стоп, я не ту поставил. Вот сюда, то есть ставим короля. Вот, все. То есть королеву, правильно я сказал. Королеву ставим. Поняли, да, что делаем? То есть сюда заходим, да. И пробегаем. Туда ставим мы. Вот сюда вот ставим короля. И по кругу я забираю. И здесь поднимаемся наверх. Все. Все просто, блядь. Третий класс, третья четверть, блядь. Дядька Денис сидит полчаса, думает, как забрать две фигурки. Поняли, да, как все просто? Элементарно, Ватсон. Вот сюда ставишь короля, мы тупим с вами, блядь. Но у меня есть оправдание. Я думал, что какой-то тут третий вариант есть дополнительно, поэтому меня смущало. Смотри, что делаем. Все, вот тут ты снимаешь. Все. Обратно возвращаемся, и там забираю короля, и две фигурки у меня на руках. Вот и все, блядь. Тупим 3 часа, конечно. Это я туплю. Ладно, не страшно. Не обессудьте. Кто там смотрит, если офигевает, что я так долго срачиваю. Но тут, ребят, по-другому никак. Не забывайте, что много мыслей других. Я вообще думал, что тут... Во, отлично. Надо дополнительную какую-то фигурку. Так, откройте двери, штекеры на руках. Супер, мои дорогие. Возвращаемся обратно, мне. Огнеметик нарастили. Штекеры все на руках. Сейчас будем там еще 3 часа глобалить. Бля, где какая фигура? Бля? Да, я-то все их вытащил. Так, чтобы ту дверь открыть. Там-то тоже надо будет реп... Так, тихо, ждем! Ах ты, тварь поганая. Так, все, она опять спряталась. Сейчас мы сможем достичь успеха. Погнали, ребят. С таким огнеметом мне вообще не страшно. Никакая тварь. Да, ну классно, кстати, мне понравилось с этими шахматными фигурами, действительно, да, такой момент, вроде простой, как два яйца, блядь, ну, то есть, вообще, проще пареной репы, но на самом деле, видите, как он ввел нас немного в заблуждение, я сам себя ввел немного в заблуждение тем, что мне казалось, что надо все-таки что-то еще, какую-то фигурку иметь, чтобы открыть, да, дополнительно вот этот момент. Так, а давайте, наверное, сохраним. Так, нет, не получится сохранить топливо. Ждем эту гадость. Эту гадость. Эту гадость сжигаем дотла. Так, глаз есть, глаз есть. Глаз есть, пламя. Глаз. 64 топлива осталось, да. Где я еще возьму топливо? Наверное, больше нам и не дадут этого топлива, нифига с вами. Видели, да? Всего 64 топлива осталось. Ну, классно, классно. Слушай, какая бомбовская игра. Мне так нравится играть. Может, еще одну серию запилить, не знаю. Блин, следующую. У нас там сталкер ждет. У меня ведьмак еще. Так, ладно, ребят, все, у нас все фигурки на руках. Сейчас будем там репу чесать. И не забывайте, я еще не сохранил игру. Я еще не сохранился. Так что сейчас будем играть, да, пока я не найду сохранку. Пока меня не убьют. Игра-то еще не сохранена, если меня сейчас кто-нибудь сожрет или что-то произойдет, и я не успею сохраниться, придется все это делать заново. Все вот это бегать по новой, начинать. Давайте с фигурками, наверное, да, первым делом разберемся. Может, кстати, я где-то пропустил какое-то топливо. И вообще я не сюда бегу, куда мы бежим. Я не туда бегу, извиняюсь, ребят. Заговорился вам. Нам же надо обратно возвращаться, да? Зачем я побежал в ту сторону? Нам не в ту сторону, нам сюда надо. Сейчас пока разберемся с фигурками, да? С фигурками разберемся. Как там правильно с ними взаимодействовать, а потом...
обойдем все остальное, то, что не забрали, заберем. У нас тайное убежище, да, там, какое-то. Ну, тайное убежище я не пойду, пока не сохранимся. Пока я пленку не найду, туда нет смысла идти. Сейчас, может быть, получится дверь, если открыть с помощью фигурок, да там я смогу сохраниться. Пленка будет, я думаю, пора бы уже нарисовать мне, сколько я прошел. Да? Дальше просто пройдем, и там, может, где-то будет сохранка. Они обычно так по локациям делят, по зонам. Да? Зону прошел, там тебе, допустим, запись одна, две кладут там, да, на бочке на какой-нибудь лежит там пленка, блин. Надо по зонам распределили, так интересно. Поэтому сейчас надо воткнуть нейрофигурки, открыть дверь дальше там, спасти подругу, да, скорее всего. И тогда мы только сможем сохранить игру. Так, все, возвращаемся, мои дорогие.